Всем привет, меня зовут Илья, а это 11-й выпуск видеодайджеста новостей из мира Android на сайте androidjam.ru. Компания HTC представила мини-версию своего флагмана под названием HTC One Mini 2. Кажется, тайваньцам нужно что-то делать с неймингом. Смартфон получил 4,5-дюймовый HD-экран, так что по размерам он вполне может сравниться с тем же Nexus 4, что не очень хорошо для мини-устройства. Вычислительную мощность обеспечивает процессор Snapdragon 400, оперативной памяти установлен 1 ГБ. Камера в малыше 13-мегапиксельная, будет смешно, если она фотографирует лучше, чем 4-ультрапиксельная камера флагмана. Емкость батарейки составляет 2100 мАч, работает все на Android KitKat с оболочкой Sense 6. На этой неделе произошло еще два анонса. Был представлен планшет Xiaomi Mi Pad и бюджетный смартфон Motorola Moto E. Подробно об этих девайсах вы можете узнать, пройдя по ссылкам из описания. Бытует мнение, что приложения для iOS лучше, чем для Android, но возможно, что скоро пользователи операционной системы от Google смогут пользоваться приложением для яблочной операционки. Инженеры из Колумбийского университета сделали возможную установку iOS-приложений на Android. Правда, производительность этих приложений пока оставляет желать лучшего, но работа над этим ведется. Ну и напоследок, генеральный директор компании Samsung заявил, что им удалось реализовать 11 миллионов смартфонов Galaxy S5. Цифра очень впечатляющая, можно поздравить компанию с этим результатом. Вот и все интересные новости за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я с вами прощаюсь, пока.